Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов проинспектировал ход строительства Центра диспансеризации здоровья Подмосковью. Новый комплекс будет расположен в Одинцове на улице Маршала Бирюзова на территории Одинцовской областной больницы. Строительство ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена». Работы по строительству центра диспансеризации начались в июле. На сегодняшний день проходит устройство песчаного основания. На стройке задействовано 7 рабочих и 2 единицы техники. Ввод в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2022 года, отметил Андрей Иванов.